Воскресенье, 7:30 утра. 4-месячного Махаи одевают для самой важной поездки с момента его рождения. Эй, Мухиддин. Махаи – подвижный, обаятельный малыш, которого обожают родители Абу Араб и им Араб Кавазбе. Но у маленького Махаи две серьезные проблемы. Он родился с пороком сердца, который ограничивает поступление кислорода в кровь. К тому же его семья живет на оккупированном западном береге реки Иордан в Палестине, где из-за бедности и длящегося многие десятилетия конфликта с Израилем пострадали все сферы жизни, включая медицину. В больницах не хватает оборудования и врачей для лечения таких пациентов, как Махаи. В это воскресное утро семья Кавазбы примет участие в редком примере израильско-палестинского сотрудничества. Палестинский педиатр дал им направление в израильскую программу, в рамках которой оперирует палестинских младенцев. Эта программа называется «Спасти детское сердце» и базируется на окраине Тель-Авива в знаменитой больнице имени Эдит Вольфсон. Израильский врач Леор Сасон – клинический директор и главный хирург программы «Спасти детское сердце». No words or money can describe the satisfaction of let's say making a difference. And sometimes it's a difference between nations and people. Родители Махаи встревоженно ожидают в холле над операционной. Когда операция завершается, маленького пациента перевозят обратно на первый этаж. Абу Араб, вне себя от ожидания, бежит по коридору за каталкой с Махаи. Кардиолог докладывает о результатах утреннего обследования. Функция органа налажена. У Махаи теперь полноценное сердце. Добрая весть перемежается с арабским выражением «иншааллах» – «даст Бог». Это лишь небольшой уважительный жест, но он реально напоминает о том, что тяжелобольные дети – не единственные люди, чье сердце исцеляется в больнице имени Вольфсон.